IT-сектор Узбекистана активно развивается, и данная отрасль постоянно генерирует новые рабочие места. С появлением современных проектов и запросов растет потребность в специалистах различного уровня и сознания всевозможных технологий. В этой связи в Самарканде начала свою работу новая школа программирования. В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, хоким области Эркинджон Турдымов и ряд гостей. Школа программирования School 21 дает любым кандидатам от 18 лет возможность бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий. Школа 21 – это будущее, это шанс, возможность получить новую профессию и начать жизнь с нового листа. Они пришли к нам в университет с условием бесплатного обучения, то есть вы получите бесплатное образование для любых учеников, получить востребованную профессию на рынке. То есть, когда вы окончите обучение, длится 1,5 года, но вообще он длится 3 года, но здесь люди заканчивают за 1,5. И вы уже через 1,5 года будете не просто джуниор, вы будете мидлами, то есть люди, которые уже выше, чем обычные программисты. Также вы можете окончить школу не только программирования, вы можете окончить робототехника, кибермеханика, там разные еще IT-сферы есть в этой школе. Один из этапов обучения – это обязательная стажировка, которая длится 3 месяца. К началу стажировки участники уже владеют как минимум 3 языками программирования. Я из университета Самарканд International University of Technology. Мой факультет – это цифровая экономика. Это мой уже второй день в этой школе номер 21. Плюс этой школы неограниченный график, то есть ты можешь приходить сюда в любое время. После обеда, перед работой, без разницы. Школа работает 24/7. Вчера буквально я сидел до 10 часов вечера. И я считаю, что это большой плюс. Второй плюс – это хорошие компьютеры. Они очень современные, последней версии. И большая кухня, которая очень вкусная. В этот день гости ознакомились с условиями, созданными в учебном заведении. Важно то, что поступление в School 21 не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% слушателей участие в проекте – это первый опыт программирования. Обучение проходит на цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Школа предоставляет общежитие для участников из других городов и стран. Выпускники получат специальный сертификат об окончании School 21.